А вот, кстати, давайте посмотрим к вопросу о шизофрении. Давайте посмотрим Александра Глебовича Невзорова, который купил замечательный сувенир ко Дню Победы. Давайте посмотрим это видео. Ну, меня трудно заподозрить в любви к сувенирам, но если я это купил, то значит, в общем, тема для разговора есть. Я думал сперва, что это пособие для зоофилов, потому что поза собачки вроде бы не оставляет никаких сомнений в том, что это тренажер для зоофила. Ничего подобного. Оказывается, это не тренажер для зоофила. Оказывается, это работает вот так, и называется эта штука «Веселый победитель». Лицо Венедиктова надо видеть. Катастрофа. «Веселый победитель». Собственно, тоже без комментариев.